Вас приветствует Stars Exclusive. В этом видео пойдет речь про Сергея Лазарева, но перед началом просмотра просим вас поставить лайк и подписаться на канал. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Несколько дней назад известный российский певец Сергей Лазарев прилетел в Сочи. С артистом приехали его маленькие дети. Как вы считаете, нормально ли то, что дети некоторых звезд, рожденные от суррогатных матерей, живут в неполных семьях? Напишите об этом в комментариях, поделитесь своим мнением. Состоялось торжественное открытие музыкального конкурса «Новая волна». В Сочи на церемонию открытия съехались самые именитые российские звезды. Одним из гостей мероприятия стал любимый миллионами поклонников 38-летний Сергей Лазарев. На красной дорожке музыкант появился в шикарном белом костюме. Однако публику привлек не внешний облик Лазарева, а его юные спутники. Сергей взял на музыкальный конкурс своих детей, 7-летнего Никиту и 3-летнюю Аню. Это светское мероприятие стало первым в жизни детей Сергея. Дети не боялись большого количества камер и людей. Они с удовольствием позировали вместе с гордым отцом. Никита был одет в белую рубашку и синие джинсы, а Аня красовалась в пышном бело-лиловом платье. Сергей включил камеру телефона и заснял своих детей на новой волне для Инстаграма, и когда в кадр попала Аня, он не смог сдержать слов умиления и обратился к дочери со словами «Моя радость». Присутствующих звезд и подписчиков Сергея Лазарева очаровали Аня и Никита. Было отмечено, что дети вели себя хорошо, не баловались, но при этом не стеснялись и казались очень счастливыми. Желаем Сергею Лазареву получать как можно больше радости от семейных отношений. Ставьте лайки и подписывайтесь на Stars Exclusive.